Мы призываем этих девчонок, и особливо их командиров, идти в школы, там, где на продленке надо чем-то занимать младшеклассников. Идти еще в пионер-лагеря, чтобы пополнять тамошние программы культурно-досуговой деятельности. И даже идти в трудовые коллективы, если у тех обед или время отдыха. Пока же они ходят только по этажам одного из корпусов «Орел ГУ» на Московской 65, хотя могли бы привносить свои идеи и опыт в различные орловские массы, чтоб массы эти вспоминали веру свою православную и ее историю в контексте краеведения. Так вот, студентки Института педагогики и психологии ОГУ заняты сейчас прохождением квеста. Маршрут проложен по местным кабинетам. Например, здесь надо превратиться в следователя и найти хлебные крошки, которые приведут к отгадке. У Лескова много произведений, в ряде произведений он упоминал орловские храмы. Им надо понять, по какому произведению мы будем вести речь. Здесь мы через уголовный кодекс, через статью Уголовного кодекса, задаем им вопрос о произведении «Грабеж». Они должны угадать, что это за произведение, и дальше найти его на одной из полок данной аудитории и выписать, какие храмы там упоминаются и в каком количестве. То есть сколько раз встречается название того или иного храма. Это мы в расположении научно-образовательного центра «Теоретическая прикладная социология», специалисты которого и придумали этот квест. Все в рамках проекта, с которым центр побеждает уже третий раз кряду в конкурсе малых грантов. Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года. Инициатором и организатором выступил благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Вскоре он стал проходить под эгидой Русской Православной Церкви. Проект, который придумали в ОГУ, называется «Святые подвижники земли Орловской. Неразрывная связь времен». Цель – религиозное просвещение и содействие духовно-нравственному становлению. В частности, мы проводили фокус групповое исследование и пытались определить, насколько студенты знакомы с историей вообще православия и с православием Орловского края. То есть знакомы ли им фамилии, такие как, например, Кукшо-Печерский, Георгий Косов и ряд других святых, проживавших или родившихся на Орловской земле. Проект – это серия мероприятий, среди которых встречи, экскурсии, вот квест. На маршруте 5 так называемых тематических станций. На станции «Литературная беседка» мы уже побывали в начале сюжета. А эта станция – православная культура. Надо узнать по запаху специй, которые добавляют в куличи. Мы ограничились лишь в этой теме православными праздниками, бытовой религиозностью. А более глубинные темы, связанные с религиозной культурой, это знание священных текстов, символики и так далее, мы оставили за бортом. Черту под проектом подведут только в ноябре. А перед тем, как писать отчетные документы, его придумщикам предстоит еще сверстать сценарий интеллектуальной игры, которая планируется к проведению на этой неделе. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».